А сейчас выступает, и кто вы себе думаете? Илья Орел! Простым прохожим каждый куда-то спешил. Все были так похожи. Просто сегодня день покрыли тучи. Знаю, что завтра будет многим лучше. Просто сегодня ветер свел меня с ума. Центральным столиком в черном костюме. Видишь? Мысли куда бегут, я их не догоняю. Лица мелькают вокруг, я их совсем знаю. Там у них налоговые какие-то кадры особые, специально обученные и имеющие огромные права. Вот он как раз оттуда, белая кость. Ветер свел меня с ума. Ветер свел меня с ума. Ветер свел меня с ума. Я для лаборатории взял из клуба 150 тысяч. Завтра утром вам дам. Как зовут, говоришь? Никита. Фамилия Орел. Вот и проверь по своим каналам, чего там здесь пасется, а потом имя Мартана жри. Элитник, говоришь. Всемогущий Супермен. Ничего, бог, он тоже всемогущий. Но черти расторопные. Поговорить с тобой кое о чем. Сколько вам лет? Немного, 87. Ну, я не хочу с вами разговаривать. Расскажите, что вы знаете про Москву? Вы здесь давно приехали? Меня просила об этом твоя мать. А, вот что. Значит, ты очередной хахаль. Ну и что ей от меня надо? Или она решила повоспитывать меня? Вообще, кто ты такой? Повоспитывайте, повоспитывайте. Он очень испорченный, мать. Черт. Видишь ли, я... Ты на меня посмотри, я... Я твой отец. Что? Твоя мать просила найти тебя и поговорить. Да не смотри на меня так, я сам по-идиотски себя чувствую. Твоя мамочка все время умела меня ставить в дурацкое положение. Ни хрена себе. А я думаю, что у меня глаз с утра чешется? Надо срочно искупаться. Да не смотри на меня, как на врага. Это не я вас бросил. Это было ее условие, когда она уходила от меня к своему этому. Даже запретила мне видеться с тобой. У этого ребенка должна быть нормальная семья, один отец, а это одна мать. Да. Теперь, в принципе, у меня ни того, ни другого. Она мне по-другому рассказывала. Ну, ты свою мамочку знаешь не хуже меня.
Можно мне тоже? Спасибо. Ну и что же ты от меня хочешь? На что надеешься? Денег у меня для тебя нет. Да при чем с денег? Ты закусывай. Я просто хочу помочь тебе. Ты знаешь, я достаточно зарабатываю. Или ты вдруг повоспитывать не пришел? Так, по-отцовски, да? Выпор? Можно и выпороть. Ну, а воспитывать тебя уже воспитали, смотрю, без меня. Воспитали, папочка. Воспитали. Не нравится? Не нравится. Тогда выпей еще. Не стесняйся. Я выпью, выпью. Любит папа дернуть рюмочку, а? Ну ты пей, пей. Будь как дома. Спасибо, сынок, спасибо. Послушай, а может, ты в следующий раз с друзьями придешь? На халяву? Илья, перестань. Да ты хоть замолчи, чего он приперся? Воспитатель, хрен. Послушай, а может, ты самозванец? Сидит тут, наливается. Чего тебе от меня надо? Может, еще девочку на халяву пригласить? Вдруг еще одного ребеночка уродишь? Какой же ты засранец, а? Никита, не надо, но он музыкант, ему же больно. Я никому не хотел сделать больно. Сегодня же позвони своей матери и успокой ее. Вообще, наведи в своей дурацкой жизни порядок. Я тебя еще найду. Знаешь, мне понравился твой отец. Он настоящий мужик. Холодно? Нет. Это не холод. Боишься? Немного. А ты нет, что ли? Не надо было воровать. Деньги нужны были. Черт, неразбериха какая-то. Какая неразбериха? Никакая какой, ты неразбериха. А тебе это что? Тебе воровать не надо. Ты на иждивение у государства. Солдатиков мучаешь. Тебе за это и деньги платят. Своими руками ни хрена не заработал. Ты не смей со мной так разговаривать. Ты что там несешь? Какие к черту солдатики? Иногда я думаю, мой ли ты сын? Я, конечно, страшно виноват перед тобой. Хочу, чтобы ты меня простил. Я бросил тебя, не успел ничего дать. Я тебя прощаю. И ты меня прости. Из-за меня влип. Не за что, сам подставился. Ты там на мать-то не обижайся, она не всегда бывает права, но... Болит? Немного. Потерпи, батя. Если выберемся отсюда, я тебе аптеку куплю. Хороший ты парень. Тебя еще можно исправить. Тебя тоже. Так выпьем же за тех, кому гораздо тяжелее, чем... Привет.
Ну, вы поздоровайтесь хотя бы. Здравствуйте. Да ладно, ну что происходит? Фамилию твою как? Орлов. Орлов. Илюш, это не твой отец. Извините.